Нет, слушай, вот у вас в России хорошая паста кафе ВОЗ называется. Но про нее я слышал, что ее как будто на каких-то, на какие-то нельзя мазать. Что-то еще. Не на все она подходит, почему-то в дурную вообще нельзя, потому что там другая система охлаждения, знаешь. Кафе ВОЗ. У них. Кроме Оскара, все ближники. Она и не дорогая у вас там, и... а я вот последний раз был взял там Z какая-то там 10-15 штук. А я читал недавно, какие на 5 лет, какие на 8 штук. Да, таких не может быть. Так, почитай. Не, я тоже озадачилась, думаю, менять не менять. Думаю, надо почитать, как часто мне надо читать. Смотри, там в зависимости, смотря какая да стоит. Я думаю, ну как бы вспомнить. А, ссылок тоже едут. Не отвлекает. Ой. Охуенки. Уже это вы видели, как он бегал? Ты сделал так? Да. Да, я сделал. Как он был? Да, он открытый. Бегал под 45 градусов в земле. Бывает. Как лёг и лежишь. Это меня тоже прекрасно, прекрасно, когда выходишь из машины и светится. Я думаю, может бегать даже так. Да. Вверх один залез. Ну там, да. Ты со мной был. У меня так было даже на 30 метров они подлетел. Disconnected from the channel. Ой, что? Один Акита за углом сейчас будет. Это что? Мы вот здесь все остались, короче, понимаешь? Угу. Блин, шифр не спасает. А что там тяжело разобрать? Нет, там папка. Ну, ничего себе, он пристрелил. Всё. Он не жалеет снайпер. Надо легко один на крыше сразу. На того прямо над вывеской справа. Позвонил слева. Угу. Помнишь, это Акит, смотри на нас. Один ко мне. Один под тобой, Акита, справа. Там. Один на С побежал. Уже трейдер, ну ты не забыл. Давай, машину нельзя вот сделать. Пузырик. А, так. Где там мирит? Где это? Ну что сегодня за задание? Ну, твои гранаты, ведь не помню. Я уже трейдер, да? Или нет, 5 миссий сыграть. Просто 5. Просто 5 миссий сыграть. Неважно, выиграть, проиграть. Ну ладно. А дадут коробку. Ну, стамина. Ну, снайпер будет пытаться подойти. Фу! Блин, отлично, я еще. Это конференция. Ну, у меня сейчас обвет. Русик, у тебя посылка? Да. Не знал. Нет. Там второй чувак по мосту. Уходи. По мосту у меня. Данный, вот. Да, под Акитой, второй, ты прямо к нему идешь. Один. Да елка. Не за какой-то. Еще по мосту. Один подо мной, второй. Так. Второй. Так.
Так она. Один на мосту. Сейчас. Нет, возле тебя. Видно сразу, что самооценка занижена, что парни утвердится на ком-то постоянно. Вы забрали, да? Двое, короче, сейчас около точки, где был груз раньше. Держите, пожалуйста. Было раньше, уже нет. Ну, у нас точка такая. Заехали, там двое сторон. Ну, с моей стороны все идут. Бежит, Сад, с моей стороны, смотри. Блин. Ну, еще на фильм. Мост. Один под мостом на углу. Так она. И в туннеле один, ребят, на точку. Так она он там. Давайте, так, там никого нет. Один. Рабат. Опять 0-1. Нет. Я только забежал. Красиво. А ты... Всё, ещё в туннеле. Пацаны. Пацаны никакие. Там один за углом стоит. Нам, я буду спину сейчас обступать. Шадов, он там слева. Он слева сразу потом. Там еще один в туннеле будет тебя ждать. Здесь. Двое даже. Понял. Ну точки. Ну там вот они походу. У них там крови. Он в машину садится. Гарри, все. И то, там идут еще, едет один. Один здесь, ребята, у платочки. Осторожно. Один крыша, короче. Блин, что так нужно? Ой, у меня нога была. Кузов машины бьёт. Какие-то туннели там. Убил. Короче, теперь иду с W. Блин.
Там все. Один у меня. Отлично, спасибо. Мост. Он еще там с моста не спускался. Один пошел что-то пушку мне открыл. Один в туннеле. Двое там. Один сзади меня зашел, другой двое в туннеле. Один на моем этаже остался. Откосал. Откоса. Пиздец. Они что-то возвращаются. Я в машину. Забрали? Да, забрали, он обязательно хочет. Сзади, Никита. Ну, он там не дымится. Так, как у меня все надписи пропали? Как вернуть? Надписи? Это нет. Я выпущу. А, горит? Забрали, отлично. Я думал, какие-то стреляют. Да, ну, без надписи. Я вообще... Один тут у меня. Как они едят тебе? Да-да. А двое тут. Тагну на 85 возле этого грузовика. Да что ж такое? Ни одного не попадает. Там мы прорываются. Мы заправки. Есть машина там у вас, нет? Да. Осторожно, там Акиту сзади убили тебя, наверное. Сиди. Я знаю. Ой. Там еще не справа. Он не коцан. Я знаю, что ты думаешь, что накоцан. Ты думаешь, я тебя буду всех? Мало ли. Ты подбираешь, что ли? Мало ли, а вдруг? Я не против, если ты их подкосаешь, я их застилю. Один тут звук, он так и остался, да? Нет, он куда-то не вижу. Да, это нет. Там в коридоре один. А это наш Максим. Мы здесь берем и не убить. Потому что здесь держит нас Никита. Потому что держит, понимаешь? Да. Да уже 40 секунд. Да, поставим. А, извините. Мне тут пишут что-то там. Сзади нас. Какие-то пофигу. Выйди, помоги там. Там ну, фиг с ним. Ну, короче, они все идут за правду. Стой. А чё ли тебя не задавили? Да он не задавил бы, что дурак, что ли? А чё? Ну, почти.